видимо, потому что в Москве, знаете, у них же есть опыт терактов по отношению к москвичам, да, и они, видимо, пришли к выводу, что такие теракты, они на самом деле людей сплачивают. Да, они запугивают, но они их консолидируют. Ну, консолидируют общество, да. Да, именно поэтому их здесь нет, я больше чем в этом убежден. Но если кому-то в Москве придет в голову о том, что они должны быть или точечные, или массовые, поверьте, они будут.